Снимаю. Все. Пойдем в туалет. Или в одни ворота выходили через другие. Такой сквозной был. А то люди считают. Вот. По поводу нашей программы. Мы с вами отправляемся сейчас в Троице-Сергиеву Лавру. В Сергиев Посад. Но ехать будем опять же по внутренней. Посмотри, вот здесь там все реставрируют. Какими они были, кто-то их не помнит, говорит, они вот, возможно, они как-то настроили вот эту кровлю, не такая она была нарядная, с башенками, с этим рисунком, шашечками, но то, что они здесь всегда стояли и в них были магазины, это совершенно точно. Вот это желтое здание, это гостиница Лаврская, вот то желтое здание. Нет, вы здесь оглядывайтесь и продолжайте. Здесь он почему, да? Мы идем к ней, но еще путь.